Мы договорились, что следующее заседание Межправсовета пройдет в конце января или в начале февраля в Сочи. И вторую тему я бы хотел озвучить, что принципиально важное значение имеет для укрепления нашего союза реализация совместных проектов в реальном секторе. И мы с главами правительства договорились, что эта тема тоже будет в центре внимания коллегии, представить для обсуждения пилотные проекты в реальном секторе с точки зрения формирования евразийских брендов и совместных предприятий. То есть появятся впервые субъекты, которые будут ратовать за наш общий союз. И в этом плане мы предложим определенные проекты для обсуждения. Спасибо.